Сергей Леонидович. Сергей Леонидович, что? Позвольте узнать у вас, что делать будем с тусовкой молодежи, которая вдруг нарисовалась в нашей любимой деревне. Да нам похеру, лишь бы вышнопов наших не пугали, а то пиздюлей на траве. Сергей Леонидович, вы очень серьезны, как всегда. Нет, я смешлив. Я вообще хохотун. Ну попиздили, пока нас не отпиздили. Вот. 5 часов утра. Ишенку. У нас осталось вот огрызочки хлебушка от вчерашнего. Маслица маленько, таблетки от давления. Возраст. Никуда не пойдешь. И бардак у нас здесь. Чтобы в доме не наводить бардак. Я знаю хороший способ. Все. Бабене. Все чисто. Знаешь, чтоб нам этот имидж поддержать. Давай, короче, сейчас занавесим все окна. Все окна занавесим. Нас никто не увидит. Оставим здесь вот щелку. Попали. Вот так. И отсюда будем наблюдать за ним. Где бутылка-то? Бутылка-то упала. Ебать.